Египет и Кипр готовы подписать соглашение о совместном использовании газа с кипрского месторождения «Афродита». Планируется прокладка газопровода к предприятиям по сжижению и переработке газа в Египте. Как ожидается, часть голубого топлива Египет будет использовать для своих нужд, а часть продавать в другие страны. Соглашение с Кипром подразумевает, что часть газа пойдет на внутренний рынок, а остальной газ будет сжижен и экспортирован в Европу. Египет хочет получить статус энергетического центра на Ближнем Востоке. К началу 2019 года он планирует полностью отказаться от импорта и полагаться на собственные месторождения. Мы можем транспортировать безопасный газ на европейские рынки. Кроме того, обе страны станут энергетическими центрами региона. Проект обойдется в сумму от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов. Соглашение обещают подписать в ближайшее время. В предстоящем финансовом году, который начинается в июле, Египет намерен привлечь в свой нефтегазовый сектор 10 миллиардов долларов международных инвестиций.